Давай. А ты подыгрывай, подыгрывай. Нет, это будет неправильно. Давайте вот так вот не толкайте. Потому что я уже знаю. Не, что хочешь, то и пой. Сейчас ребята еще подойдут. Решим, кто играет. Да, это не важно. А я очень хочу. Ты. Как бы по очереди твоя очередь. Нашла? Не, можем сыграть. Давайте, давайте, давайте. Чего? Да. Ну, эксперимент. Джеймс Эйншн, да. Джеймс Эйншн, да. Что такое, кстати? Для минор. Попробуйте, правда. Чего бы нет? На фестивале. Давайте, давайте, давайте. Не, ребятки, ребятки. Как вы относитесь к блюзу? Отлично. Давайте-то споем чехую песню. Она на самом деле такая абсолютно молчаливая песня. То есть это был... Это, знаете, вот у меня есть... Ну, сейчас это там планшет, раньше это была просто записная книжка. То есть, куда постоянно записываешь какие-то фразы, и со временем ты читаешь, смотришь, что их миллиард, и ты так вот смотришь, и один раз они у тебя склеиваются, и у тебя появляется какая-то там какой-то текст. И вот эта песня, она вот из вот такой категории, и мало того, она музыкальная. Появилась именно таким образом. То есть она не то чтобы из кусочков, нет, она просто она сложилась однажды как пазл просто. И все. Но она очень тихая, поэтому. Я просто выдохнул и сказал: спасибо Богу за все. Голос еще не умолк, слаще и тише не стал. Глядя на небо, на то, как капает воск, выдохнул и сказал: так говори же во мне алкоголь, почему же я так нелюдим? Почему эту сладкую ночь я гуляю по небу один? Почему мои руки чисты, как весной заплакавший лед? На моих дорогах не разводят мосты, а в душе на
Вы готовы? Или я могу чуть-чуть? Дети. Не можешь. Не могу. Играй дальше, играй дальше. И как бы, что? Мы всегда готовы. Пионеры, ну, не в этом же дело. Не в этом же дело. Совсем не в этом. А он идет по улице. О, я вам сейчас спою одну песенку, которую я забыл сегодня спеть с Ёлкой. А может быть спел, но не заметил. А мы сейчас разберемся. Я уже понял, что я... готовы любые песни слушать. Я уже заметил, что иногда, когда не играешь, улетаешь куда-то и просто не помнишь, играл или не играл. По-моему, не играл. На
Амурском роднике, я когда понес эти, там тексты надо было, да. Вот я в этой песне забыл несколько, забыл куплет, короче говоря, я ее сдал, и начинаю играть, и я вижу, мужики сидят такие, раз, а где? А был ли мальчик? А сейчас я перепутал аккорды чуть-чуть. Ты сейчас аккорды не сдавал. А давайте я попробую спеть одну странную песню. Ну у нас же так. Я же обещал искренние штуки. Так вот, если я сейчас начну косячить, вы меня уж простите. Странное имя и русский рок. Все, что нащупал я на челе. Может игрушкой, а может игрок. С парой царапин на левом крыле. Ходи или летай, все равно собьют. Враги не нужны есть, на то друзья. Пеплом за шиворот отпоют. Чтобы не плеснул за края свободу, которая живет у меня внутри. Алыми маками стелится отчий край. С кем я говорю, натягивая тетиву. Слагали вчера, теперь разделили одну на двоих, табличку с числом чужого пера. Так может хватит говорить о войне. Новое утро срывает маски разбитых улиц. Ваша забота лязгает смыслами. Гонщик газет дышит эфиром, едва прикоснувшись к свободе, которая живет у меня внутри. Алыми маками стелится очень. С кем ты говоришь? Натягивает тетиву. Выбирай. Это у Лягов.
Ну, давай, давай. Песню «Дуй ветер», я хочу без флейты. Оленька, не... Нет? Ты понимаешь, что такое «Дуй ветер» без флейты? Это неправильно. Потому это что Юрка делает ветер. Он нет. Ветер. Ты понимаешь, я сегодня это слышала с ветром. Но я это слушаю раз в день, да? Оно мне прям... Она врет, она не слушала каждый день. Я работаю с ней каждый день, она не слушала каждый день. Сейчас мы сделаем проще, за них. Пошли. Сделаем сейчас... Юру на флейту? Нет. Сейчас Юра приедет. Он опоздал на поезд. Не исключено. Удивить себя самого, погодите. Когда я говорил о том, что там записные книжки, все дела, вот это вот оно. Буквально секундочку, простите, я вот. Саша. Ветер перемен. Еще жалобни. Не так на коленях уже прошло. Человечная такая. Я могу проявить агрессию, хотите? Нет, да. Саша, давай. Хотя по отношению к кому? К кому? Ко всем. Это одна из самых коротких песен. Кстати, мы выдаем в самом виде. Агрессию? Ребят, нету. Можешь говорить, нет. Ребята пухают. Я вспомнил один маленький кусочек, который мне очень давно не дает покоя. А он все никак не станет песней, хотя... Он еще в некоторых, как говорится, местах звучит. И это единственная песня, которую Юрка не может играть. Нет у тебя никого. И не было никогда, лишь между пальцев вода необъяснимым огнем. Над головой ветра крыльями будет капель. Не было никогда и не будет теперь. Говорить, что слова ни о чем, стоит ли впередить наши беззубые дни, без сожаления пьем, да, без оправдания спим, и только остались одни, и мы уже ни при чем, но нет у тебя никого, и не было никогда, лишь между пальцев вода необъяснимым огнем. Лишь над тобой ветра, крыльями капель. Не было никогда никого, и не будет теперь. Такая вот короткая, агрессивная. Да, нет, на самом деле, то есть ведь самый главный принцип в чем? В созидании, да. А в этой песне говорится, что у человека нет шанса. Вот. И поэтому Юра, он ее не может принять. Он говорит, Саня, он пытался пару раз говорить, нет, я эту песню играть не буду. Видишь, обычно если я ее как-то пытаюсь играть, играю сам. Сегодня твой Юра сказал честную вещь. Из всех своих проектов больше всего любит Тараинди. Ну, о нем, а не обо мне, поэтому. Что? Давайте это. У нас сколько времени? Много. У нас есть ночь. У нас есть день. Работа в понедельник. А это день. А это ночь. Получается, что мы с Юлей спели вам вот все самые такие. Все? Нет, не все, конечно. Саша, я готова слушать три раза «Дуй ветер, дуй». Я люблю. Пожалуйста.
Просто дуй ветер, это то, что меня вот каждый раз... Сдувает. Да. Я вообще попытаюсь спеть одну... Мы не спели ее. А? Что именно? Я хочу акустику, я хочу полную акустику. Полный. Там баян. А Саша не хочет быть. Востребованный, то бишь, свобод с ними. Я не растяну меха. Нет. Я свечки не зажгла. А вы меха просили. Я пыталась руками зажечь свечи. Не получилось. А взглядом не пыталась? Взглядом получилось. Зажечь. И там свой город. Я забыл зажечь на месте. Свой город тебе управлял. Иди ко мне, угомони. Я иду. Сейчас я попробую. Бедные люди. Представляем. Давайте мы лучше другую песню. Я после того, пригласим тихую авиацию, это будет как раз хорошее им такое подспорье. Ну не подспорье, а в том смысле, что пример. Подготовочка такая, да. Песни про любовь, естественно. Когда мы говорим мы просто очень долго на балконе говорили о возрасте песен, в том числе, когда что, когда началось, там потом. Так вот я вам скажу, что вот сейчас какой год? 18. Проверочка. Кому-то идет. Вот этой песне, но ну, если я не совру, то ей нет, наверное. Ну, короче, 90-е. Большой привет Борису Борисовичу, конечно. Но в любом случае, полюбил. Потуши там свет, они там. Нет, дед-то включите свет. Окно закроет, дверь закроет. Смейся над тем, что задумался. Я буду спокоен, как старый рыбак, как слушаю море, как малый ребенок, играющий тень, мечтающий стать справедливым и мудрым. Ведь каждое утро я не просыпаюсь, я отдохну, возвращаюсь из дома, в пути напевая веселую песню. Понять ее просто, так просто, что хочется стать другим, отпустить свою душу за облака, белым голубем лечь на дно, и спасенным очнуться в руке рыбака. Касается крыши, любая дорога приводит оттуда. Ты спросишь, зачем мне нужны эти песни? Я подарю тебе самую тихую, самую близкую, неискушенную. Я заплету в твои длинные косы. Каждое утро ты будешь влюбленным, зная, что все гениальное просто. Так просто, что хочется стать другим, отпустить свою душу за облака, белым голубем лечь на дно и спасенным очнуться в руки рыбака.
Земля, рассветы твои во мне поют. Небо твое, и я под ним молю. Засыпая, кричала слова беспризорного принца. Мы вырвем свободу из грязных лап, я вырву свободу из этих лап. Красное золото капка, красное золото капка. Огненная земля, рассветы твои мне поют. Небо твое, и я под ним молюсь. Красное золото капка.